В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла встреча читателей с автором сборников прозы, поэзии и песен Василием Коноплевым. На протяжении нескольких десятилетий он занимается педагогической деятельностью и творчеством. Василий Коноплев является автором 10 книг. Среди них поэтические сборники, публицистика, популярный словарь-справочник. На встрече писатель представил несколько глав из своей новой книги «А есть ли оно счастье?». Журналистикой я много лет занимался на телевидении и издавался в газетах, в журналах. В журнале «Провинция» вместе с Владимиром Георгиевичем Шестеряком. Вот был членом редколлегии. Очень много общался с литераторами нашими. А сказать так, публиковаться как отдельными книгами, это началось, наверное, с 2000 года. Вот. И тогда книги пошли, поэзия, проза, публицистика, даже альбомы музыкальные. В общей сложности я принимал участие в 14 изданиях, но сказать так, чтобы в сборниках, там на обложке моего имени не было, оно было в содержании. А вот книги, на которых мое имя стоит, и я автор романов, прозы, стихов, таких книг у меня 10, в работе 11.